15 апреля в Казахстане отметили День влюбленных, посвященный великой любви героев казахской легенды Козы-Курпеш Баян-Сұлу. В честь праздника в городском доме культуры прошел спектакль на эту тему. Эта театрализованная постановка на порядок отличается от других. Спектакль, повествующий о безграничной любви между Айша-Биби и Караханом, позволил сравнить влюбленных того времени с нашим. Если в прошлом веке отец был против воссоединения влюбленных, то в нынешнем мать девушки поспособствовала возникновению настоящей любви. Любовная история между Айша-Биби и Караханом имела печальную концовку, но эта история навсегда останется в сердцах людей. В сегодняшнее время принято спрашивать разрешение у родителей. Это и есть основная идея спектакля. Кроме того, режиссер очень умело сочетал спектакли, мюзикл и балет. Совет деловых женщин, когда они организовали вот это грандиозное такое мероприятие, они предложили мне работу режиссера-постановщика. Для меня это, конечно же, первый опыт, особенно театральный, музыкальный. Мы привыкли снимать кино, а сегодня этот спектакль, плюс мюзикл, балет, модерн, немножко такой экспериментальный, можно сказать, сегодня. И поэтому немножко волнуемся, переживаем, как все это.